Вот он. Ты смотри-ка, что делает, а? Во как давит. А. В общем, ребят, мы сегодня прибыли на подпор плотины, на местную речку. Но я чуть позднее объясню, почему мы приехали именно сюда. И сегодня будем пробовать ловить окуня. Я думаю, что сейчас столь раннее время, пока на речке еще кругом туман, нам должно повезти. Может быть, мы с вами застанем выход этой сильной и красивой рыбы. Пока что у нас с вами дело не хитрое. Надо в ближайших кустах вырезать будет достаточно длинную палку для того, чтобы можно было наловить живцов. Ну, собственно говоря, сейчас мы этим и займемся. Нашел я тут деревце лежащее. Вот такое. Сейчас надо его как-то разломать будет и сделать из него добротную дубину. Опа! Так. Вот так вот. О! Удочка. Пойдет. Ну и все. Можно сваливать. Тут тоже классное местечко. Воду немного наподдали. Уровень чуть-чуть побольше стал. Воды побольше, кислорода побольше. Сашка на днях позвонил, сказал, что надубасил тут окуней на спиннинг. Говорит, клевало, говорит, на все, как из пулемета. Ездил со своим сыном. Вот они наловили окуней. Правда, говорит, размер не слишком крупный, но для этого места, когда окунь клюет от 100 до 150 грамм, как из пулемета, это просто шикардос. Вот. Так что сейчас будем пробовать проверять. Что-то тут все перерыли. Да, воды много. Но я сегодня в забродных штанах. Поэтому я думаю, что все же нам должно сегодня повезти. Да даже не то, что должно повезти. А сегодня мы просто надубасим окуней крупных. Вот это будет кайф. Ну вот мы пришли на местечко. И сейчас я вам объясню, почему именно сюда. То есть, дорогие друзья, почему я выбрал именно это место? Потому что на этой реке это место очень необычное. Дело в том, что идет сброс с плотины. Тут образуется большая-большая такая яма. Она насыщена кислородом. Здесь везде постоянно крутится малек. И поэтому это место скопления разной рыбы. Тут есть лещ и окунь крупный, и щука. Ну и, соответственно, на других участках реки, где менее такой своеобразный рельеф местности, такой рыбы концентрация небольшая. А так как мы будем ловить на поплавок, то нам надо, чтобы концентрация рыбы была достаточно большой. Вот именно поэтому выбрано это место. Большую палку я выломал. Вот такую вот. Она мне будет нужна для того, чтобы ловить живцов с помощью паука. Так, ну все. Вот у меня паук полностью устроен. Пора закинуть нашу большую удочку. Да? Вот такую. Пока у меня там стоит снасть для ловли живца, я вам покажу, на что я сегодня буду рыбачить. Вот у меня снасточка, поплавочек со сменной антенкой. Вот такой вот. Ну вот он. Значит, поплавок идет на 5 грамм. Потом тут идут дробинки и крючок. Значит, основная леска здесь идет 0,16. Поводок идет из лески 0,2 миллиметра. Поводок я взял из флюорокарбона сделал. Почему из флюорокарбона? Потому что
значит, у крупного окуня мелкая щетка зубов. И он очень часто бывает перетирает леску. Поэтому я взял 0,2 флюорокарбон. Во-первых, он будет невидим для окуня, потому что окунь самая глазастая рыба. А во-вторых, чтобы обезопасить себя от неожиданной потери, возможно, крупной рыбы. Ну, вот и все. Собирать будем снасть на глухой основе, то есть с двумя кембриками. Ну и все. Давайте начинать. Давайте проверим нашу ловушку. В которой никого. Ребята, я надубасил живца. Способ очень простой. Просто так. Он в паук не лезет. Надо паук ставить за собой. В смысле, ниже себя по течению. По дну шурудить ногами. И тогда вся рыбка в муте сюда поднимается. Точнее, идет на кусок хлебушка. И потом можно поднимать. Причем можно долго не ждать, он обычно сразу набегает. Ну и все. Сейчас я всех живчиков сложу в бутылку, потихонечку, вот, и буду на них рыбалить. Ну, бутылочка с живцом. Воду. Пока что. Да, размер. Оп-оп-оп-оп-оп. Потащил, 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 потащил. Есть. Вот это уже добряк попал, ребята. Хороший окунечек. Красота. Ну какой. Вот он. Вот он, ребята, клюнул. Смотрите, как гнет. Вот это тот, за кем мы пришли. Вот он. Вот ты смотри-ка, что делает, а. Ты смотри, что делает. Вот это да.
ты смотри, что делает. Ой, тут. Вот это крупничело. Вот это, ребят, да. Настоящий горбач. О! Какой красавчик. Вот это да. Живец рулит. Вот это, ребята, кайф. Как тащить-то его было, а? Красота. Ну, блин, красота вообще. Обалдеть. Живец рулит, мужики. Живец рулит. Вот он, ребят, поклевка такая дикая была сейчас. Жестко как хватнул. Тоже добряк. Оп, оп, оп. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Вот он. Во как гнет, ребята, смотрите, что. Жесть. Какой красавец. Это явно полкило. Охренеть. Во, мужики. Вот это рыба. Рыба да крыба. Окунище так окунище. Самая охренительная рыбалка, ребята, на живца. Прям слов нет вообще. Фух, надо передохнуть. Пойти попить чайку. Эх, убежал.
что, друзья, утренний клев окуня сошел на нет. Ну и мне пора ехать домой. Спасибо вам за то, что смотрели это видео. Пишите какие-нибудь комментарии, задавайте вопросы. И увидимся с вами в следующих видео.